Всем привет! Собралась ехать на учебу. Сегодня у нас такой мороз. Отмена была в школе с 1 по 5 класс. Тоже одела снуд. Морозно прямо на улице. Пошла на остановку, что-то рано. Я вам показывала. Вчера сгорел сад. Что-то сад вчера сгорел. Видите? Дым идет. Дымил всю ночь. Я видела, когда шла на работу. Видела, что прям пламя было, такой огонь прям, вот. Я сегодня с ночи прибежала домой, переоделась и сразу на остановку. Так что вот, жду еще минут 5, точно буду стоять. Последнее у меня уже вождение, последние деньки, как говорится, вождения остались. Скоро уже экзамены. Боюсь до ужаса. Всем привет-привет! У нас сегодня закупочка. И такой вот обзорчик нам предоставит Владислав. Давай, Владюш. Так, для начала. Сгущенка здесь славянка. 1450 грамм, 199 рублей. Пельмени очень маленькие, вкусные. Пельмени вот эти, кстати, отечественные, вообще вкусные. Они прям как домашние, тесто очень тоненькое, мясо вкусное, вообще марка народная. Очень вкусные пельмешки, мы уже как-то раз брали, пробовали, нам понравились. Вот еще решили взять классные пельмени. Дальше. Дальше. Чай. Чай Гринфилд. Чай Гринфилд. 180 рублей. И Лисма. Лисма, я не помню, что-то что стоит. Но это такое со вкусами. Две пачки чая вот такие вот. Дальше майонез. Только майонез. Какая-то странная крышка как будто. Обычная. ЕЖК. 99 рублей. Так, дальше. Икра. Икра кабачковая. Цену я не знаю. Уже второй раз берем. Хлебушек вокзал 24 рубля. 90, по-моему. Маслица. Так, масло вот. Крестьянское. Сладко-сливочное, 400 грамм. Ну ничего так. Брали, мы уже пробовали, нормально, можно покупать. Два паштета. Два паштета печеночные. Вообще вкусные. Печеночный классический. Он мягкий, на хлеб его прям отрезаешь ломтиком, на хлеб размазываешь, он хорошо размазывается утром с чаем пить со сладким на завтрак. Четыре дошика, еда богов. Четыре дошика, это так, лапша на НЗ у нас. Так, дальше. Утенок и огромный, вот это для меня подарок на день рождения, наверное. Это бытовая химия, вот это вот средство утенок для туалета, ну обычное. Это фейри, большая такая бутыля, сколько она тут у нас? 1350 миллилитров, что-то 119 рублей что ли стоит. Вот, взяла посуду мыть, наверное, надолго хватит, не знаю, посмотрим. Так. Дальше километровый чек. Да, километровый чек. Горошек. Горох. 19 рублей 800 грамм. Горох. Ну, я так посмотрела, он чистый, вообще прям чистый. Очень чистый. Вообще мусоринок ничего нету, грязи нету. Прям классно, чистенький такой. 800 грамм. 19 рублей. Вот взяла два пакетика гороха. Ну, мне горох надолго хватает. Я сейчас его пересыплю в контейнер, и мне надолго его хватит. Вот две пачки взяла. Надолго хватит. Как это? Пена для бритья Ваня взял себе. Это белая, не черная, Вань? Черную не покупался никогда? Какая-то есть же черная. Такая пена для бритья Арка. Не знаю, сколько стоит. И дальше сладость. Такие конфетки. И пряники. Это все наши сегодняшние сладости. Немножко прям вот. А ну и вот такие обычные печенюшечки. Маленькие. Как-то мы уже брали их. Они нормальные, вкусненькие. Так, ну и еще взяли 30 яиц. Сейчас покажу. Вот 30 яиц. Сейчас я их разложу по контейнерочкам. У меня контейнерочки лежат в шкафчике отдельно. Я их не выбрасываю. Вот такие вот. Различный контейнерочек. Сейчас поперекладываем все. И в холодильник. В пакетиках я стараюсь не держать, чтобы не разбить. А вот такие контейнерочки всегда яйца распаковываю. Потому что мы по десятку никогда не покупаем. Редко, точнее. А покупаем вот так сразу большими партиями. Поэтому
Сейчас расфасуем их и будут в холодильнике яйца. Вот такая вот у нас закупочка сегодня произошла спонтанная. Ну вот, все, что есть, купили, показали. Всем спасибо за внимание. Всем привет, привет! Вот такая вот у нас сегодня зима. Зимушка, зима, холодина страшная. Буран, ничего не видно. Все белым-бело. Я только недавно приехала с города, с вождения. Такого не было. Прямо буквально за минут 15 разыгрался вообще буранище. Владюш у нас уже пришел со школы, а Димы еще до сих пор нету. Еще в школе. Капец вообще. Мороз, градусов 15, наверное. Но за счет ветра ощущается все 25. Очень холодно у нас сегодня. Тоже как к весне дело близилось, то морозы пошли, теперь уже и буран. Здесь вот тоже надувает на окно. Сейчас буду плотно закрывать. Вот такая зимушка, зима у нас. О, все, закрыла. Тут у меня белье висит, сохнет. Надо позаносить часть, чтобы это дома досыхало. Ну все. Снеговичок наш пришел. Что-то падает с порога. Весь белый, весь снежный. Ну, у тебя куртка толстая, теплая. Снег.